Здравствуйте. Спасибо. Непростое время и интересное, и достаточно сложное. События, которые происходят в мире, они все равно касаются, в том числе и нас, наше благополучие в сильной России, в сильных субъектах, в красивых, удобных городах, населенных пунктах и в конкурентной экономике. Не секрет, что для того, чтобы быть сильным, надо быть самодостаточным. Для этого нужна сильная, мощная экономика. А сильная, мощная экономика, она невозможна без человеческого капитала, людей, которые как бы формируют всю эту конструкцию. И здесь огромная роль и наше будущее, конечно, молодых людей, которые в том числе вот находится здесь, пройдет там несколько лет, уже кто-то будет сидеть из вас здесь, а мы, может быть, вот как здесь вот пожилые ветераны, будем фотографироваться с вами, просить возможность сфоткаться, поэтому все это меняется, и очень важно, чтобы наша молодежь была самой успешной, самой конкурентной. Чудесное бывает. Вот что мы заложим, то и получим. Сегодня мы это четко понимаем, и надо сказать, что республика, она имеет хороший фундамент, его заложили наши предшественники, и в советское время республика, она имела конкурентные преимущества, и когда все это произошло, мы перешли в другой строй, Татарстан лучше, чем кто-то из наших соседей смог сохранить тот потенциал, который есть, нарастить его. И наш успех, наше благополучие, конечно, во многом исходит из того, что было создано, то, что было сохранено. А главная задача – это двигаться вперед. Татарстан есть и должен быть лидером Российской Федерации. И никто с этим тоже так просто не согласится. Для этого мы должны быть сильными, мы должны быть конкурентными, мы должны быть едиными. Наша цель, она заключается в том, что Татарстан сильный. Мы любим свою республику, свой город, свой вуз, свою компанию. Вот этот дух, он должен присутствовать. Все, что сегодня происходит, это уже совершенно другие навыки, совершенно другие знания. И очень важно, чтобы вы были конкурентны. Мы не закрываемся, мы не должны закрываться от тех стран, которые даже вводят нам санкции. Все это пройдет. Мы интегрированы в мировую экономику. Мы особо важно сохранить наши образовательные контакты. Еще раз, слышите? Наша республика! Facile à comprendre. Итак, фразы короткие, длинные, простые или легко понятные. Ну как вам здесь? Нормально? Нравится? Да. Привет, я из Америки. Америка? Очень приятно. Очень приятно. Штат? Какой штат? Какой штат? Да. Вирджиния. Я из Америки тоже. Откуда? Колорадо. Колорадо, я был там. Я из Нидерландского. Где? Нидерландского. Я тоже. Из Великобритании. Я из Тайвань, Китай. Уже окончили университет у себя на родине. И вот такой интерес к нам. Это инде будет снова.